Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы поговорим с вами о основах дрессировки. Итак, что вы научить должны делать собаку, так это самое главное – обращать внимание на ваши руки. То есть, ваша рука – это как указка у учителя. То есть, когда собака сосредотачивается на вас, на ваших руках, она делает именно то, что вы ей показываете. То есть вы можете не говорить словами, достаточно показать собаке, и она будет исполнять именно вашу волю посредством ваших рук. Вот посмотрите, видите, стоит собаке показать, она прыгает через барьер, она бежит на машину, по основам жеста собака садится, она исполняет команду там лежать на место. Все это собака смотрит на вашу жестикуляцию, на ваши руки. Итак, повторим с вами, что же такое у нас условный рефлекс. Условный рефлекс – это ответная реакция организма на какие-то раздражители. И вот один из этих раздражителей – это как раз является жестикуляция ваших рук. Вы разговариваете с собаком посредством жестов. И когда вы научите собаку это делать, то есть когда собака начнет обращать внимание на ваши руки, у вас начнет все получаться. То есть куда бы вы ни показали, собака пойдет, что бы вы ни показали, собака будет исполнять. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег.
заслужите доверие, заслужите уважение, научите собаку сосредотачивать внимание на ваших руках, и у вас все получится.